Вітаю вас, друзі. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Як творчість одних впливає на життя інших, ми поцікавимось в нашій сьогоднішній програмі. І дізнаємось, від чого залежить наша громадянська позиція. Любое государство формирует в своих гражданах вот такой вот патриотический стиль жизни. Мы со сцены все время говорим, что война это в любом случае, это беда. Этот вопрос всегда будет, он риторический, я не знаю, как его назвать, но он будет вечным. Зачем люди убивают друг друга? Для чего родились? Для чего вышли на сушу? В данном спектакле мы используем белый цвет. Это у нас как символ чистоты, символ мира. Наприкінці березня світова спільнота відзначила Міжнародний день театру. Звичайно, друзі, і ми з вами, як люди досвідчені, які претендують на європейський рівень, не можемо залишитись осторонь від цієї культурної події. І зараз разом з вами відправляємось до театру. Друзья мои, я думаю, вы согласитесь со мной в том, что наша жизнь состоит еще и из того, что мы очень любим друг за другом наблюдать. Но когда-то Анаре де Бальзак сказала, все нужно делать хорошо, даже тогда, когда совершаешь безумство. И поэтому сегодня мы предлагаем вам понаблюдать друг за другом хорошо. А нам помогут наши сегодняшние герои. Вы знаете, они там что-то там делают, но мы сейчас узнаем, что они делают. И они большие мастера наблюдать друг за другом и это наблюдение выносить на ваш суд. Дорогие наши телезрители, пойдемте посмотрим, что они делают, ну и понаблюдают за ними. Пойдемте, идемте. Мы сейчас посмотрим тихонечко. Друзья мои, здравствуйте, Николай Антонович. Извините, что мы вас прерываем. Мы тут неожиданно совершенно зашли к вам в гости, Николай Антонович. Я знаю, что вы нас не прогоните. Друзья мои, Николай Антонович Кравченко не прогонит нас. Нет. Не прогонит? Однозначно не прогонит. И вот вы сидите рядом с вами две прекрасные девушки. Николай Антонович, я сказала нашим телезрителям, что телезрители, все люди друг за другом очень любят наблюдать. А вы преуспели в этом искусстве наблюдать не только друг за другом, но еще являть это наблюдение на суд зрителя. Вот сейчас вы наблюдаете, друзья мои, знаете, зачем они наблюдают? Сейчас мы узнаем. Мы сейчас заканчиваем работу, частично костюмы подготовлены, и мы уже сверяем до мелочей, что сделано, что не сделано. Идет примерка, параллельно мы сверяем это с эскизами. Это такой рабочий момент. Рабочий момент, в общем-то, для зрителей он вряд ли имеет какой-то интерес. Все Николай интересно. Антонович, не скажите, это интересно. Когда уже оно на сцене, когда оно в комплексе с музыкой, с текстом, с декорацией, со светом, это такая некая общая картинка. Не знаю, мы сейчас, наверное, проводим такой достаточно жесткий эксперимент, потому что мы еще никогда не одевали так актеров, да? Но мы не будем говорить сейчас, во что мы их одеваем и как, но такого у нас еще не было, да? Что, вот такой стиль, чтобы существовал, да? Так, девчонки-дизайнеры, художницы? Нет, Ирочка у нас художник по костюмам, она у нас все, она у нас и художник-постановщик, она себя пробует в этом, она у нас художник по костюмам, ну и, в общем-то, и актриса в определенной степени. Вот, ну, потому что женщины в театре, они могут не быть актрисами. Не просто могут быть. Нет, просто по определению. Вот, а Катя, она актриса, и за музыкальной частью, и режиссер, и художник, и вообще обладает
массой достоинств, я даже не могу всех перечислить. Ну зачем? Не надо. Действительно, действительно, это вот я уже второй, даже не второй, с Катей я вот не второй, с Ирой мы второй спектакль, да, работаем? Или какой? Второй спектакль. Мне очень нравится эта команда, потому что, во-первых, они легко все понимают, то, что от них, ну, то, что я прошу. Вот, они вносят очень много идей, из которых можно выбирать интересные моменты, ну и вообще красивые. Ну, это последний аргумент, самый важный. Это главный аргумент. Да, первый. Да. Где-то вот все эстетическая сторона главная. Ставим спектакли, ну, в общем-то, такого, ну, как бы патриотического плана, насколько это слово сейчас не избито, ну, оно не должно быть избито, потому что любое государство формирует в своих гражданах вот такой вот патриотический стиль жизни. Вот. Или гражданский. Я думаю, я склонен больше к тому, чтобы это была гражданская позиция, она более, носит более мягкий характер. Как бы не хотелось переходить вот к тому стилю общения, в котором мы постоянно находимся, вот на сегодняшний день мы все время спорим, кто мы, что мы, как мы. Где мы, откуда мы, какая у нас история, и очень, очень разные взгляды, и полемика выходит на поля сражения, и мы уже деремся достаточно сильно, есть жертвы. Вот. Но вот мне кажется, что я много об этом говорил, что самая большая проблема и самое большое горе для нашего государства, что в свое время, там, 23, 22, 20 лет, никто не додумался до того, что для государства нужна национальная идея, национальная, вот акцентирую, что это не националистическая идея, а национальная идея, которая бы учитывала культурные потребности, этнические. И которая формировала бы сознание. Сознание всех людей, живущих на этой территории. И, к сожалению, никто не удосужился заняться этим вопросом, потому что для государства, для полноценного, это крайне необходимо. Национальная идея и государственная идеология. В слове идеологии ничего нет предосудительного, и поэтому мы в силу своих возможностей, может быть, небольших, а может быть и больших, мы пытаемся людям сказать, что разговаривать на уровне оружия, на уровне, это мы не возражаем против жестких каких-то противостояний, но на уровне дипломатии. Вот мы со сцены все время говорим, что война это в любом случае, это беда. Это беда в основном для тех людей, которые, в общем-то, ни за что и не борются, которые хотят нормально жить. Сколько людей у нас имеют, ну, такую идеологическую основу или мотивацию жесткую? Не так много. Многие хотят сказать: ребята, ну вы, может быть, ушли бы куда-то в поле, там повоевали, дайте нам растить детей, дайте нам воспитывать их, делать из них граждан. Граждан ответственных, граждан не только желающих убивать, а желающих созидать и умеющих это делать. Это очень важно. И вы знаете, я думаю, что те спектакли, которые мы ставили, они были очень, очень разные, назывались по-разному. Это был спектакль «Письма с фронта», был спектакль «У войны не детское лицо», был спектакль, что там еще, «Первым делом самолеты», «Ты помни», «Потому что мы пилоты». «Потому что мы пилоты», да. Вот. То есть очень-очень много мы использовали материала, который говорит о том, что вот люди, остановитесь, можно найти общий язык, не применяя грубой физической силы. Можно найти общий язык и, сидя за столом,
Ну вот мы же сейчас находим общий язык, да. Друзья мои, мы такой чудесный находим общий язык, сидя за столом. И основной идеей вот этого Международного дня театра, то есть лозунг, под которым проходит, это театр как средство коммуникации и средство достижения мира между народами. Этот день проходит под этим лозунгом, начиная с 1961 года. Притом, я вам скажу, более того, если мы возьмем историю театра, если мы возьмем древнюю Грецию, там, где появился театр, его как бы вот первые ростки, то первые драматургические произведения, вот как бы не парадоксально было, во время проведения Пелопоннесских войн, так вот в древнегреческом театре первые спектакли были антивоенного характера. То есть спектакли показывали все ужасы войны и всю несостоятельность такой формы общения между людьми. Ну вот как-то так. И мы придерживаемся, театр придерживается этой позиции и, в принципе, пытаемся смягчить души людей, которые приходят к нам в зал, достаточно жесткие, достаточно обозленные, достаточно потерявшие веру в какую-то справедливость, в какую-то перспективу. И мы пытаемся сказать людям, что нормально, есть на свете еще любовь, есть сочувствие, есть понимание друг к другу, есть человечность, все это осталось. Только его надо искать в себе и в других людях. Вот такая вот задача. Если взять и вот провести какую-то, я не знаю, аналитику, сколько человек, работающих в театрах Украины, привлечены за коррупцию? А сколько действительно? Да нет их вообще. Вообще? Ну нет их вообще. Какая коррупция может быть в театре? Или допустим, допустим, там какое-то воровство. Нет таких. Практически люди, которые работают в театре, они никогда не попадают в эти списки. Могут интриги какие-то. Николай Анатольевич, подождите, ну театр без интриг – это не театр. Без этого нельзя. Как же определить, без этого кто же гениален, а кто бездарен? Как определить без интриги? Вот. А по большому счету нет такой агрессии, нет чего-то такого, что могло бы быть осуждено обществом. Ну вот его в принципе нет, потому что, находясь в этой атмосфере, ведь если в спектакле нет любви, вот, ну, в общем-то, его и ставить нет смысла. То есть там обязательно должно быть чувство. И, наверное, все-таки стены, наверное, атмосфера впитывается в человека и дает ему какие-то силы противостоять негативу и, может быть, даже собственным эмоциям негативным. Ну вот где-то вот так. Я много говорил и перескакивал из непосредственно вопроса постановки спектакля на социальную проблему, на проблему государства. Оно же все одно из другого вытекает и связано. Действительно, одно из другого выходит, потому что вот нам говорят, там я сегодня прочитал, что какие-то театры николаевские подписали что-то такое, какую-то бумагу о том, что мы там движемся в Европу и будем проводить европейский фестиваль, что-то вот в таком духе. И я, глядя на нашу афишу, думаю, нам уже пора возвращаться из Европы. Мы уже там постоянно, если мы посмотрим, вот Альда Николай, ну это же, ну какая уж больше Европа. Или, допустим, что у нас тут? Камалетти. Ну, куда Европа? Герш, да? Кассона. Европа. Это сплошная Европа. Ну, вот тут Чехов вот вдруг затесался не Тишон. Европа. Вот. Карл Чапек. Кто это? То есть драматургия,
ну, будем говорить, где-то на процентов 80 у нас европейская драматургия. Но это высокая драматургия, это образцы той литературы, той драматургии, которая уже проверена временем и которая, ну, не подлежит какой-то такой переоценке, потому что Чапек, опять-таки, проверен временем, да и Герш, собственно говоря, да, вот, Камалетти, это комедия, это, в общем-то, может быть, немножечко не то, но Альда, Николай... Камалетти хорош в своем жанре, много фильмов сняли французы по его пьесам, просто жанр комедийный. Классик комедии. Ну, комедию пока еще никто не отменял, слава богу. Он современен сейчас, хотя вот тот же Гарнир по-французски спрашивает, это современная пьеса? Эта пьеса написана, может, год-два ошибусь, в 1905 году, начало века прошлого, столетия даже. В прошлом столетии написано. До войны еще и первое, и второе, это все было все. Как? Не может быть, это настолько он современен. Да, так, там что... как бы времени, там времени нет. У классика нет времени. Да, да, они вне времени живут, и в любую одежду можно одевать героев. Да. Николай Антонович, но вот если вернуться к костюмам, которые вы обсуждали, мы их телезрителям, конечно, так вот детально показывать не будем, но это спектакль о войне, да? Скорее всего, вот он у нас называется не о войне спектакль, он называется «Легенда о мире». Как интересно, вы ставите. Да. Нет, не, я говорю о войне, да. А вы все-таки, вот вы очень последовательный человек. Если вы не хотите зла, оно у вас даже случайно не будет проскакивать в речи. Я спрашиваю, о войне? Нет, легенда о мире. Баллада. Да, баллада, баллада о мире. Вы знаете, достаточно сложно сейчас, ведь мы не так далеко отошли от того времени, когда мы отмечали 9 мая, как День Победы. Сейчас общество пересматривает свои позиции, свои взгляды, свои приоритеты. Ну, ладно, хорошо. И при том, опять-таки, мы не всегда можем рассчитывать на адекватную реакцию наших сограждан на то, что мы делаем. Вот, допустим, мы поставили спектакль «Дракон», и ну, некоторые подходили там к нашим администраторам и говорят, а вы не боитесь показывать этот спектакль? Хотя это классика. Сразу же, а почему? Что ж бояться там, когда речь идет о том, что убей дракона в себе? Видите ли, в этом спектакле с большим юмором мы показываем, то есть не с юмором, скорее всего, что с иронией относимся к людям, которые находятся на вершине власти. И сейчас вдруг, подождите, а это можно показывать? А такое сейчас дозволено? А еще и российский автор написал. Да еще и Шварц. Так Евгений Шварц, это же ж классика. Ну, да. Вот понимаете, и люди иногда начинают сомневаться, а правильно ли это делается, а ничего ли за это не будет, а вдруг, ой-ой-ой, как же так, кто-то не так поймет. Но я вам скажу, театр всегда находился вот в таком состоянии. Он находился на гребне понимания социальной жизни, даже политической жизни. И даже в то время, когда была жесткая цензура, когда мы не могли ничего ставить. Вы помните «Звезды на утреннем небе» Галина? Вот. У нас шел спектакль под названием «Олимпийки». Это было ведь 30 лет назад, это было во время Советского Союза, и эти темы вообще не существовали. Не говорили о том, что у нас в государстве есть такое занятие, как проституция, а там, собственно говоря, речь шла о женских судьбах. Не обязательно, что это, в общем-то, какой-то вид занятий не совсем презентабельный. И этот спектакль был поставлен в театре. Был поставлен спектакль «Свалка Дударева». Это тоже те годы, когда не принято было говорить о том, что у нас есть бомжи. А как это бомжи? Ну нет такого.
там вот бичи были, бомжи были, а они уже были, была такая прослойка, которая, то есть людей не совсем благополучных, в силу определенных обстоятельств, там, потерявших себя, или может быть, не себя, они находят себя там, они не хотят возвращаться вот в этот стиль. То есть все, при том, банка сгущенного молока, спектакль, который мы играли, ну, это уже больше 30 лет назад, мы играли его, спектакль о том, что о зоне малолетних преступников в Советском Союзе. Где вы могли прочитать в газетах, что есть тюрьма для малолеток? Ну, как бы там знали, но об этом не принято было говорить вслух. Об этом никто никогда не говорил. Это была закрытая тема. А в театре мы в малом зале показывали этот спектакль, и в общем-то, ну, по большому счету, даже партийные органы закрывали на это глаза. Сейчас то же самое происходит. Вот мы ставим спектакль «Сыновья уходят в бой». Мы говорим, о чем спектакль? Баллада о мире. Мы долго думали, что же, собственно говоря, какой стиль должен быть у этого спектакля, что должно быть, опять-таки, чтобы умиротворить враждующие все, стороны. Всех людей, которые... Что им надо показать в театре? Что они должны услышать? Они должны услышать какое-то ура с одной стороны или ура с другой стороны. И мы решили обратиться, опять-таки, к классике и выбрали одного автора. Взгляд одного автора на войну. Это Владимир Высоцкий. И мне кажется, что ни с какой стороны не будет сомнения в том, что Высоцкий – это человек глубокий, человек талантливый. Его поэзия, ну, я не могу сказать, что она гениальна, но она высокая поэзия. Его стиль работы особенный, оригинальный. Может быть, не гениальный, но крайне талантлив, правда? Крайне талантлив, да. Я считаю, что гениальный. Но Катя считает, что гениальный, и я думаю, что, ну, что она тоже права. Она тоже права, потому что... В спектакле задается вопрос Высоцким, который говорит, у меня сомнения, черт возьми, давно буравами сверлили. Зачем мы сделали с людьми? Зачем потом заговорили? Мы умудрились много знать, повсюду мест наделать лобных, и убивать, и распинать, и брать на крюк себе подобных. Я думаю, что это гений написал такие идеи. Да. Они будут да. вечны всегда, этот вопрос всегда будет он... риторически, я не знаю, как его назвать, но он будет вечным. Зачем люди убивают друг друга? Для чего родились? Для чего вышли на сушу? Я намеренно тону, зову, спасите наши души. Если я не дотяну, друзья мои, бегите с суши. Гениальное стихотворение. Да, видите, я уже выучила. Да. Вот заодно Николай Анатольевич проверили роль, да? Конечно, да, конечно. Не, ну она ставит этот спектакль еще ко всему. Ну, Ирочка совсем молчит и думает, ну все, заговорили. Ира, как тебе работается? Расскажите, Ира, как вам работается? Тем более, что мы знаем, что наш русский театр, он всегда занимает очень активную гражданскую позицию. Это нелегко, это ответственно, и одновременно это еще и, конечно, очень торжественно в каком-то вопросе. Что можно сказать насчет работы вот над этим спектаклем? Конечно, следует подходить очень серьезно. Вот даже к такой мелочи, как костюмы, поскольку человек воспринимает не только на слух постановки, но и зрительно. Вот люди приходят к нам и смотрят. Если это какая-то агрессия на сцене, то, возможно, они вот придут домой и смогут эту агрессию проявить у себя дома или на своих близких. Поэтому, ну вот, в данном спектакле мы используем белый цвет. Это у нас как символ чистоты, символ мира. Все-таки это баллада о мире, да? Решили отказаться вообще от военной формы. И мы решили отказаться вообще от каких-либо цветовых контрастов здесь. То есть мы без наоборот... Без символики, без ничего, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Мы людей как просто... бы склоняем к миру этим белым цветом, потому что вот белый голубь – это символ мира. И здесь мы хотим показать, что не стоит, как бы никто не достоин агрессии, может быть так, что все достойны счастья и хорошего отношения друг к другу. А если будет мир на земле, то
все будет хорошо у всех, у каждого в семье, на душе. Важко не погодитись зі словами і думками наших героїв, які вони висловлюють серцем. Сподіваюсь, що і ваші серця це почули. Сьогодні, друзі, ми з вами були в гостях у Миколаївського художнього російського академічного драматичного театру під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України, заслуженого діяча мистецтв Росії Миколи Кравченка. Щодень завтрашній нам готує, почуємо зараз. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 4 квітня ми зустрічаємо Василія Теплого. Якщо Василій з теплом, на теплу весну. 6 квітня – Захарія і Якова. Ніч тепла, весна дружня. 7 квітня – Благовіщення. Велике православне свято, яке відкриває нам нову, радісну сторінку життя людства. Як Благовіщення проведеш, такий і рік в тебе буде. І яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.